Смотри свой вопрос. А я не помню его. Я тоже не помню. Про какого-то чувака, который словил... Да. Ладно, ты записываешь. Я уже записываю, хорошо. Короче, есть такой чел, называется Ридли Скотт. Так, Ридли Скотт словил Михалкова. Вот, Ридли Скотт словил Михалкова. Это главная мысль. Ты смотрел? Я читал. Кстати, на самом деле, посмотри. Я смотрел... Я как Брежнев. Что было перед ним? Сейчас. Я увеличу. Прометей. Я смотрел Прометеус. Прометеус мне понравился. Нет, подожди. Чужой завет. Ты посмотри, потому что как раз ты Ридли Скотт, конечно, словил Михалкова. Чужой завет – это сиквел Прометеуса. А, ясно. О, слушай, это на самом деле круто. Вау! Слушай, как круто. Эй, не загораживай. Вау, какие красивые фоточки. Какое классное пианино. Отличная атмосфера. Ой, Брежнев. И гения. Я забыл. Вот немецкого человека. Хонекер, точно Хонекер, да. Отлично. Хонекер. Товарищ Хонекер. Макс. И я. Слушай, я еще не говорил. Вообще, Эйзенштейна. Был такой фильм, называется «Осколки». Ну, с вами это прям «Осколки». С Гемпери. Чего? Дорогу ремонтировали? Просто прикольно. Какая прелесть. Жаль, что на 90 минут ни одной кассеты и на 60 минут. Берлин. Поздравляю. Чё? Где машина, откуда была пригнута, я так понимаю. Что? Машина из Берлина. Какая? Великий графин, чем не стакан. Вот,